А в Японии тем временем уже завершился совместный с Беларусью форум. Это первое подобное событие в истории взаимоотношений двух стран. Минск и Токио договорились расширять круг взаимных интересов. Встречались на двух крупных площадках в самом Токио и Осаке. Более 200 бизнесменов и руководителей крупнейших компаний. Первые результаты уже есть. Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с японскими коллегами. Взаимодействие ожидается и на региональном уровне. Здесь готовы к масштабным проектам. Белорусская делегация провела большую работу на региональном уровне. Состояли встречи с губернатором префектуры Канагава. Также участники форума посетили ряд ведущих японских предприятий, которые заинтересованы в реализации различных проектов на территории нашей страны. В частности, рассматривались возможности использования проектов «Великий камень», а также японо-белорусской промышленной зоны, которую планируется создать на Могилевщине. Беларусь также презентует свои возможности в сфере машиностроения, увидит в Японии и отечественные электромобили. Форум поспособствует привлечению инвестиций в Беларусь и наращиванию товарооборота. В прошлом году страны наторговали почти на 140 миллионов долларов. Белорусский экспорт вырос более чем на 40%.